Всем здравствуйте! Не ожидали меня увидеть? Да, я вот такая неожиданная особа. Сегодня, друзья, мы будем заниматься фигнёй. Да, и это не стрим, потому что, когда я нажимаю на стрим, мне приходится все заново записывать. И да, это просто плак-плак. Сейчас мы зайдем вот в этот дом праздничного веселья. Я его, конечно, не купила, потому что, как вы видите, я бомж. Бомжик. Два алмаза, честный свакоинс. Конечно, я просто никак не могу выполнить задание в топ-джуре, потому что я ленивая жопа. Представляете? Так, поэтому мы сейчас украдем у кого-нибудь квартиру и будем в неё играть, да. Извините, задний фон, сзади играет мой брат, играет в игру PUBG Mobile. PlayerUnknown's Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds, да. С своими друзьями. Сейчас я, короче, найду этот дом, потому что я бомжик и украду у кое-кого идею. Да, это, конечно, очень плохо так делать, но извините, я просто ради того, чтобы показать вам эту квартирку. Ради этого только, вот. А так, я куплю этот домик. Конечно, я куплю скоро Новый год. Как такое может быть? И да, я хочу снять, кстати, трату. 54к. Тысячи. Вот, но никак не могу выполнить задание. Они вроде бы легкие, но я там все, в общем-то, потратила. Поэтому вот так. Сейчас, в общем-то, посмотрим этот домик. Я его, конечно, не видела, но мы посмотрим. Кстати, редко у меня видео с голосами. У меня было одно только видео, где я показывала новый клуб на Хэллоуин, да, вроде бы это. Ну и стримы, но стримы сейчас будут очень редко. Я ходить, идти. Может быть, 31 декабря ночью я запущу стрим. Да, я не буду спать до 4 утра. И сегодня, и завтра. Ой, не завтра. А 31 декабря. Кто спит до 4 утра? Кто не спит до 4 утра. Так, я что, управляю одной рукой? Не скажу, почему все авоблогеры управляют одной рукой. И да, я одета как бомжик, потому что у меня нет вещей с Нового года. Прекрасно. Дом, кстати, очень крутенький. Я хочу себе такой дом. Мама, поехали на море. Какая классная мама. Офигеть, мне бы сейчас на море. У меня тоже, кстати, снег за окном. Ох. Кто-нибудь когда-нибудь катался на таком льде? Я, если честно, ни разу никогда не каталась на катке. Вот такой вот я человек. Так, блин, прикольный домик. Этот дом, кстати, был на Хэллоуин. Во. Тут, блин, больше всего, чем в самом Хэллоуине было. Почему разработчики? Кстати, они хотят кое-что новое добавить 2019 года. Кто читал описание в менюшке, посмотрит. Вот. Пошли на второй этаж, о май гад. Кстати, понравился вам мой последний клип? Да? Нет? Нет? Да? Мне кажется, нет, потому что я на нем не очень старалась. Просто для новогоднего настроения, то оно у меня, видимо, не получилось. Новогоднее настроение, потому что получится какая-то хрень. О, глаза. Глаза. Они следят за мной. О, боже. Короче, друзья, пошлите сюда. Вот. Меня не все знают, и я хочу плакать. Почему меня никто не знает? О май гад, меня никто не знает. Сяду на унитаз и буду плакать. Ладно, пошлите. Я бомж, но зато с анимкой. Кто не знает, что такое анимка, это анимация. Да, я бомж, но с анимацией, представляете? Я богатый бомж. Когда-нибудь такого видели? Вау, как красиво. Кстати, смотрите, какая у меня аватарочка. Вот, аватарочка какая. Меня никто не знает. У меня ничего нет новогоднего, вообще ничего нет новогоднего. Я, короче, бомж. Конкретный бомж. Когда у меня появляются деньги, я сразу их трачу. Я не знаю, я не могу, как другие блогеры, их копить. Я сразу их трачу. Надеюсь, они такая в жизни. Хотя, вы меня еще не знаете. Вот, людей совсем мало. Да, я одна. Как всегда, как обычно. В общем-то, друзья, сейчас куда-нибудь пойдем с вами и освежимся. Я не знаю, куда нам пойти, потому что это обычно видится. Давайте посмотрим в Лондонской танцевальной студии. Убрали хэллоуинские штучки всякие. Там пытки. Вот. Мой брат очень сильно орёт. Так, да, видимо, ничего не убрали. Им, видимо, очень лень. Я директор. Короче, я тренер. Нихера себе какой тренер. Ой, извините. Нифига себе какой тренер. Если что, обращайся, я помогу. Хорошо. Помощь я не... О, господи, ты как я. Она тоже бомж, как я. Эх, я тебе не завидую, потому что я такая же. Знаете, какое мне взаимодействие нравится в этой клетке? Девушка, можете побыстрее бегать? Вот эту. Что за фигня?
Да, вот это, стоять просто в клетке. Да. Вот, вот это мое любимое взаимодействие. Я помню, у меня такая аватарочка была. Он такой, о май гад, спасите меня. Так, вот мои квартиры. Моя студия Лофт. Вот моя любимая. Это фотосессия переднего ряда. Сейчас я вам покажу, почему она моя любимая. Потому что там есть, знаете что? А, не скажу, что. Да, вы тоже, наверное, не любите, когда так говорят. Да, не скажу, что угадайте. В общем-то, сейчас... Вот почему студия переднего ряда. Моя любимая, потому что здесь есть зеленый фон. Я коплю на зеленый пол теперь. Ну, я на него буду копить около года. Ветродув. О, класс. И еще мне нравится здесь офис, который я делала сама. Только это не офис, а как бы фотостудия тоже. А нет, это офис. Вот, этот офис я сделала сама. Типа, люди сидят там, фотки обрабатывают, жрут всякую фигню. И также мне нравится сама фотостудия. Сейчас я вам покажу ее. Вот здесь она находится. Вот, про эту комнату. Вот. Вот эта фотостудия мне нравится. Нравится мне эта фотостудия. Вот. А из одежды нам добавили, ну, знаете... Вот что нам добавили. Самый лучший костюм, который я видела. Свитера нам добавили. Также хочу на трате купить вот этот комплект. Вот этот комплект я куплю на трате. Обязательно. И вот этот комплект. Вот. Ладно, друзья, давайте закончим. Закончим. Конечно, даже я. Я люблю так всегда говорить. Короче, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Отвечаю всем в комментариях. Вот, короче. Я такая молодец. Всем пока.